из трех столиц Республики Южная Африка – город Кейптаун на побережье Атлантического океана. Сегодня это суперсовременный город, где небоскребы соседствуют со зданиями викторианского стиля, церкви и мечети с банками и магазинами, фешенебельные гостиницы с ресторанами на любой вкус. Но Кейптаун еще и портовый город, а потому у него свой, ни с чем не сравнимый запах, цвет, вкус. Он ярок, шумен и многоязычен. И не случайно, наверное, именно о нем пелось в незамысловатом хите прошлых лет. В кейптаунском порту, с какао на борту, Жанетта оправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Идут сутулятся, вливаясь в улицы, и клёши новые ласкает бриз. Они пошли туда, где можно без труда найти себе и женщины вина. А ночью в тот же борт ворвался теплоход в сиянии своих прожекторов. И свой покинул борт, сошли гурьбою в порт 14 французских моряков. У них походочка, как море лодочка, а на пути у них таверна Кэт. Они пришли сюда, где можно без труда найти себе и женщины вина. Занимая самую южную оконечность Африки, ЮАР напоминает нос корабля, рассекающего два океана – Индийский и Атлантический. Страна поражает своим многообразием – и природным, и человеческим. Здесь соседствуют самые разные культуры и совершенно не похожие друг на друга ландшафты. Одних природно-климатических зон в стране насчитывается около 20 – от пустынь до субтропиков. В ЮАР только официально языков 11, и 9 из них африканские. А сколько местных наречий и диалектов, наверное, не знает никто. И у каждой народности и племени своя культура, свой уклад жизни, свои обычаи и традиции. Считается, что именно в Южной Африке находится колыбель человечества. Именно здесь люди впервые приобрели вертикальный вид, научились пользоваться огнем и делать наскальные рисунки. А первые колдуны взывали к душам предков, надеясь услышать от них предсказания будущего. Сегодня ЮАР – высокоразвитая страна, экономический лидер всей Африки. А заложили основы всего этого африканеры или буры. Так называли себя потомки первых голландских переселенцев. Африканеры – это в переводе вот с их языка – это африканцы. Они так себя называли. Мы африканцы. Африканеры. Мы одно из племен, населяющих вот это вот. Не просто одно из племен. Мы первое племя, которое заселили этот кейп, когда туда приплыли, значит, эти голландцы, там еще никто не жил, во всяком случае, вокруг Кейптауна. Кроме того, мы самое цивилизованное племя, и мы единственные, способные все это держать в одном мешке, чтобы не рассыпалось. Действительно, первыми из европейцев на южноафриканский берег высадились голландцы. Должным образом оценив удобство бухты и богатство окружающего края, они основали здесь в 1652 году поселение, затем построили крепость, из которых и вырос позднее современный Кейптаун. Не случайно в ЮАР его называют городом-матерью. Постепенно продвигаясь вглубь страны, голландцы неизбежно сталкивались с туземными племенами. Одних они изгоняли с их земель, других покоряли и заставляли работать на себя. Однако в конце 19 века юг Африки приглянулся другому колониальному хищнику – Англии. И прежде всего из-за открытых здесь богатых месторождений алмазов и золота. Началась англо-бурская война. Она положила начало войнам нового типа. Человечество вошло в 20 век под стрекот первых пулеметов «Максим». В
впервые увидела защитную форму хаки, узнала об отрядах «Командос», разрывных пулях «Дум-Дум», бронепоездах, колючей проволоке и концлагерях. В конечном итоге буры с их допотопными длинноствольными ружьями не смогли устоять перед 250-тысячной английской армией и сдались. Кстати, на стороне буров в той войне сражалось более 200 русских добровольцев. Покорив две республики буров, Трансвааль и Оранжевую, Англия установила свой контроль над югом Африки. Жившие здесь белые практически ничего не потеряли, но ничего не изменилось и в жизни местного африканского населения. Его уделом по-прежнему оставалась беспощадная эксплуатация и изнурительный труд под знойным солнцем на приисках и рудниках. Коренные жители страны не имели ни прав, ни доступа к образованию и медицинской помощи. Колонизаторы извлекали из южноафриканских недр огромные богатства, а на долю туземных племен доставались лишь голод, болезни и беспросветная нищета. Политика в отношении черного населения, африканцев, отличалась самой жестокой, самой беспощадной дискриминацией. Образование, которое мы могли получить, было очень низкого качества. В нашей собственной стране нас рассматривали как людей второго сорта. Власти делали все для того, чтобы черные были не более чем слугами у белых южноафриканцев. Эта несправедливость оказала очень сильное воздействие на меня еще в раннем возрасте. И я никак не мог понять, почему вообще все должно обстоять именно так. Политика апартеида проводилась правящей тогда в Южной Африке националистической партией, точнее национальной партией. С 1948 года, когда она получила большинство на выборах, в которых практически участвовали только белое население. А рекламные проспекты кричат: «Посетите ЮАР! Это рай для туристов! Южная Африка – танцующая страна! В Южной Африке вас ждут единственные в своем роде приключения! Вы увидите львов и слонов, разгуливающих на свободе. Тысячеликая Южная Африка. Апартеид здесь не рекламируют. Это не для туристов. Черный человек не имеет права жить в черте белого города. Он должен ютиться в локациях. Пригород Йоганнесбурга, Соуэто – огромный город-концлагерь. Здесь живут, стареют и умирают более миллиона африканцев. Нечеловеческие условия жизни, полный произвол властей и полиции. Как все это отличается от рекламных плакатов? Апартеид в его более модифицированном виде был унаследован Южной Африкой от британской колониальной системы, где он также существовал и где было расовое разделение. А национальная партия, которая пришла к власти в ЮАР в 1948 году, оказалась еще более последовательной в этом смысле и приняла гораздо более жесткие законы против черного населения. Смысл формально заключался в том, что все расовые группы должны, черные, цветные, индийцы, белые, развиваться отдельно, не мешая друг другу. Но по существу это было прикрытие чисто белого господства, потому что с самого начала парламент страны составлять должны были только белые, правительство только белое, и меньшинство, которое и тогда было не больше, скажем, 20-25% населения, господствовало под всей страной. Формально для черных были выделены так называемые хоумленды или отечества, обычно их называли бантустаны, так сказать, хотя не официальный термин, где на очень небольшой земле, территории сосредотачивалось черные, формально даже четыре таких бантустана было провозглашено независимыми, но никто их, кроме самой Южной Африки, не признавал. Вот эта политика продолжалась практически 40 с лишним лет. Южная Африка – очень богатая страна.
Она располагает огромными запасами минерального сырья, но лишь часть населения, меньшая часть, всего 20% отживших в стране, распоряжалась этими богатствами, которые даровали нам природа и Всевышний. Эти ребята у всех в мире вызывали зависть и ненависть. Жили, конечно, слишком хорошо, так нельзя. Какой-то бухгалтер жил, как техасский миллионер, там у него своя вилла, раньше там и обслуживает его два десятка черных слуг, там какой-то бухгалтер, которых там в Америке с кашей едят вообще. Обидно как-то. South Africa was the only country. Южная Африка была единственным государством в мире, в конституции которого официально провозглашался принцип расовой дискриминации. Именно поэтому в 1959 году Организация Объединенных Наций приняла специальную резолюцию, в которой политика апартеида была названа преступлением против человечности. Во времена апартеида белых и коренных африканцев разделяла в ЮАР непреодолимая стена. Уделом черных была вся черная работа и нищенская жизнь. А взамен – бесконечные запреты. Нельзя сидеть на одной скамейке с белыми, ездить с ними в одном автобусе, находиться на одном пляже и оскорбительные вывески на каждом шагу. Только для белых неграм вход воспрещен, черным не отпускаем. Жесточайшая политика апартеида не могла не породить сопротивление угнетенной части населения. Самой старой и авторитетной организацией, боровшейся за равноправие коренных жителей, был АНК – Африканский национальный конгресс. Покойный президент АНК Оливер Тамбо любил всегда так шутить или, может быть, более серьезно говорить о том, что АНК был создан за 5 лет до Октябрьской революции в России, потому что он действительно создан в 12 году, Октябрьской революции в 17 году. То есть даже если бы не было Советского Союза, советской власти, все равно бы была освободительная борьба. Другое дело, как бы она велась. В 1927 году, во время празднования 10-й годовщины победы Октябрьской революции, один из лидеров Африканского национального конгресса посетил Россию. Он был под сильным впечатлением от того, что увидел. И даже признался, что побывал в Новом Иерусалиме. До такой степени он был поражен советской действительностью. В то время ЮАР была полностью во власти белых, и поэтому те редкие поездки за рубеж были для черных южноафриканцев настоящим откровением. Они видели, что люди в других странах живут гораздо лучше, и что представители различных рас вполне могут мирно сосуществовать. Наши контакты с Африканским национальным конгрессом начались еще сразу в 20-е годы. И мы все время, так сказать, с ними эти контакты поддерживали. Но особенно, конечно, после Второй мировой войны, когда началась уже вооруженная борьба, тут мы, так сказать, и кадры готовили. Очень много же людей получили образование у нас, южноафриканцев. Советский Союз всегда поддерживал освободительное движение в рамках ООН, других организаций, в своих двухсторонних контактах с другими странами. Это первое. Второе, если хотите, информационное. Все-таки в нашей стране, а поначалу очень было мало возможностей для распространения, скажем, идей АНК внутри страны. А у нас работала тогда мощная африканская редакция, когда сначала на английском, потом началось вещание на зулу, а в конце и на африканском уже началось вещание. Мне рассказывали не один и не два крупных нынешних деятелей, вот уже более молодого поколения в ЮАР, как они случайно почти вдруг слышат какую-то по радио передачу,
и поют там песни, значит, на их языках, ну, пластинки или там пленки крутили. И не очень поймут, вроде это не радио НК, оно вещало из некоторых африканских стран. И потом начинают понимать, что это на Зулу вещает радио Москву, как тогда говорили. И, конечно, это было вот такое информационное, плюс система наших тогдашних АПН, ТАСС и так далее. Это было тоже серьезной помощью, потому что кроме наших собственных, я имею в виду, советских, российских передач, в них участвовали очень многие деятели, лидеры освободительного движения, которые старались сразу, так сказать, дать им возможность выступать. Особенно радио, мне кажется, было эффективно в то время. Следующее – это помощь чисто человеческая, гуманитарная. Тогда существовала довольно серьезная организация, была Советский комитет солидарности стран Азии и Африки. Конечно, она была под жестким контролем тогдашней, так сказать, правящей партии, но, с другой стороны, она действительно представляла, ну, крупнейшая наша интеллигенция, особенно из восточных республик, была там представлена, такие люди, как Расул Гамзатов, Мирзат Урсунзаде и так далее. И это был довольно мощный, с одной стороны, достаточно авторитетный орган для показа позиции нашей, с другой стороны, шла вот прямая помощь гуманитарная, и автомашины, и одежда, и продовольствие. Многих мы принимали здесь на лечение, раненых или больных, буквально не одна сотня прошла. Порядка 200 человек окончили здесь вузы или аспирантуру. Человек 200, наверное, научились в том, что были типа политических школ, но не нужно забывать, что это было не чисто идеологически, а то, что по-английски называют leadership course, то есть курсы по подготовке лидеров. У нас это более скромно называлось, но нынешний президент, например, Южной Африки, Табо Мбеки, тоже учился на таких курсах. Ну и следующее – это вооруженные силы. Подготовка началась где-то, начиная, по крайней мере, с 1963 года. Готовили им кадры, и политические кадры, и военные кадры. Ну, для этого соответствующие у нас институты существовали. Ну, где-то 60-х годов, вы знаете, началось освобождение Африки. И готовя вот эти кадры, будущей правящей партии, мы тем самым заранее себе утаптывали площадочку в этой стране. Причем очень такую удобную. Всего по разным линиям где-то около 1000 южноафриканцев находились более-менее длительное время в Советском Союзе. Начались поставки вооружения. Они шли сначала через Восточную Африку, после освобождения Ангола через Анголу. Южноафриканскую республику тем временем сотрясали многотысячные митинги и демонстрации протеста. Все больше черного населения страны присоединялось к требованиям свободы, равноправия, достойной работы и нормальных условий жизни. До 60-го года, до 61-го, это был период массовых политических действий, так называемая кампания неповиновения российским законам и так далее. В эти годы вырос сильно авторитет Африканского национального конгресса, основной освободительной организации, но в 60-м году она была запрещена. И с 61-го года был взят курс на ограниченное использование насилия, то есть вооруженной борьбы. Именно в те годы стала стремительно всходить звезда человека, имя которого скоро станет греметь по всему миру – Нельсона Манделы. Будучи еще совсем молодым, он сумел выдвинуться в число ведущих активистов АНК. Он был, в общем, юрист по образованию, очень активный член АНК, и в 1961 году, когда создали боевую организацию, военную организацию, назвали Умконте Весейсби, копье нации или копье народа можно привести. Он стал ее командующим. В 1962 году его арестовали, тогда еще осудили только за незаконный переход границы и за призыв к забастовкам. Почти доказано, хотя трудно найти документы, что ЦРУ его сдало режиму. Американские агенты, которые знали, куда он едет, как и едет, там остановили его, арестовали. А потом его второй раз отдали под суд вместе с другими руководителями, которые были арестованы в 63-м, и он был приговорен к пожизненному заключению. Но вместо того, чтобы ожесточиться, он все время думал о том, как стране выйти из положения. Нельсон Мандела – это особый человек, выдающийся лидер, который обладает глубокими убеждениями и очень сильным характером, что и позволило ему выдержать все 27 лет, проведенные в тюремном заключении. Еще одним легендарным лидером Африканского национального конгресса был Оливер Тамбо,
С ранней юности он связал свою судьбу с АНК и позднее стал одним из тех ее руководителей, кому пришлось буквально спасать организацию в то время, когда речь шла о самом ее существовании. Как только запретили АНК, и даже кое-кто раньше выехал за пределы страны, тогдашний вице-президент Оливер Тамбо, а президентом был Лутули, но он находился в ссылке в Натале, далеко от центров, выехал из страны по поручению руководства, чтобы создавать мощное движение против апартеида за рубежом. Потом примерно 6 месяцев за границей, в 1962 году находился сам Мандела. Мандела больше ездил по африканским странам, хотя Англию он тоже посетил. И начиная с 1960 года стали появляться участники движения здесь у нас. Вот там, в 1963-м, первый визит совершил. Мне кажется, что его истинное значение и та роль, которую он сыграл в истории АНК, еще предстоит оценить по достоинству. Мы должны понимать, насколько важны и неоценимы были его усилия по сохранению национально-освободительного движения в то трудное время, когда режим апартеида действительно делал все, чтобы уничтожить АНК. Там бы удалось сохранить структуру организации в изгнании. В то время все наши лидеры, которые находились внутри страны, были арестованы и приговорены к длительным срокам заключения. Но Оливер Тамбо смог восстановить организацию и ее влияние. Он, вот с моей точки зрения, он очень умнейший был и тактичный. Он никогда ни на кого ни голос не повышал, он самообладал, очень себя в руках держал в любой обстановке. Дипломат настоящий, прошедший школу хорошую. Ну, настоящий, кто говорится, руководитель. Десятки и сотни активистов Африканского национального конгресса подвергались в те годы преследованиям, арестам, оказывались в заключении. Самой страшной была тюрьма на острове Робин, неподалеку от Кейптауна. Когда всемирные способы борьбы за свои права были исчерпаны, руководству АНК стало очевидно, что на насилие нужно отвечать только силой. Вначале они старались всячески избегать жертв. Это как бы было послание режиму, что лучше договориться. Взрывали, скажем, отдельные там линии передач, там железных дорог и так далее, но всячески избегая сильных каких-то действий. Но поскольку режим не пошел ни на какой компромисс, был взят курс уже на развертывание вооруженной борьбы. Это как бы второй этап, который длился 60-е, 70-е, 80-е годы. Сложности были очень большие, потому что Южная Африка была ограждена как бы от других африканских стран вот этим поясом португальских колоний до 74-75 годов, когда они стали независимы, Ангола, Мозамбик. На севере тоже Родезия составляла с собой тоже как бы буферную зону. Там был российский режим до 80-го года. И все это очень существенно затрудняло борьбу. Исторически подготовка НК начиналась в Эфиопии, в Алжире, в Марокко еще в начале 70-х годов. Хотя самая первая группа была в Китае. Об этом забывать тоже не надо. Что там потом случилось, другое дело. В 61-м году они туда приехали. Вот. Потом лагеря у них были в Танзании. Лагеря были в Танзании, но там наших специалистов не было. Наши специалисты тогда готовили только здесь. А вот начиная с 79-го года они уже появились в Анголе. В Мозамбике, там в Замбии баз строго лагерей не было, но через Замбию они действовали, особенно когда еще была Южная Родезия российским, так сказать, государством, и они пытались тогда вместе с зимбабвийскими силами в 67-68 году развернуть какое-то там, пройти вплоть до ЮАР или создать базы там, тогда это не удалось, но позднее они снова участвовали в боевых там действиях уже в конец как бы российского режима. В Мозамбике НК было, но Мозамбик был очень уязвим,
И все-таки, так сказать, боевых операций напрямую из Мозамбика не проводилось. Обычно они действовали через Свазиленд. То есть мозамбикцы не всегда, но периодами разрешали им действовать в сторону Свазиленда, так сказать. А потом из Свазиленда эти люди уже переходили в ЮАР. Но они старались обязательно как бы беречь своих вот соседей, что ли, независимых африканских стран. Поэтому операции проводились в глубине. На границе не было каких-то рейдов. А вот в глубине они проникали туда, обычно отдельно шло оружие, отдельно шли они, и потом уже внутри страны проводили соответствующие операции. Фактически вся Африка была освобождена нашим оружием. Только мы, потому что все остальные великие державы были на стороне колонизаторов. Усиление репрессивной политики южноафриканских властей, повальные аресты, избиения и обыски приводили лишь к обратному результату. Все большее число молодых африканцев рвалось вступить в ряды АНК. Все они горели жаждой мести к жестокому и беспощадному режиму апартеида. Наши умы тогда были переполнены ненавистью. Мы не могли даже спокойно смотреть на белых. И тогда руководители АНК сказали: «Поезжайте в Россию, потому что если послать вас сейчас на боевое задание, вы будете просто истреблять белых, ведь вы ничего не понимаете в политике. Вот и послали в Россию, чтобы нас там политически подковали». Мы говорили: ребята, эта власть к вам вошла как бы в спелом виде. Вы только следите за тем, чтобы не передраться между собой, чтобы Дбели не придрались с сванами и так далее. Вот сохраняйте единство внутри африканского народа. Это ваша главная задача. А белые так себя дискредитируют. Они не удержатся у власти. Главное наше участие – это поощрение того, что называется нерасизма в Африканском национальном конгрессе. Если бы не те белые борцы, которые вместе с африканцами боролись в рамках АНК, и если бы не участие нашей страны, других, ну, условно скажем, европейских стран, то, конечно, опасность была, так сказать, ну, мщение, что ли, обратного расизма, черного расизма по отношению к белому меньшинству. Такая опасность была, и она могла бы стать реальностью, если бы не было вот этого, как они говорят, нон-рейшиализм, не расизма в рядах АНК, и если бы не было вот такого не расизма, а в то время у нас, извините, расизма не было, внутри нашей страны. Здесь созданы все условия для беспечного существования белого населения, чей покой ревностно охраняют дюжи и полицейские. Однако совсем по-другому выглядят резервации для коренного населения страны. Политика апартеида уготовила африканцам бесправие и нищету. Советский Союз был одной из стран, а вернее первой страной, которая наложила эмбарго на торговлю с ЮАР сразу же после того, как в 1959 году ООН приняла резолюцию, объявившую апартеид преступлением против человечности. СССР разорвал дипломатические отношения с официальными властями ЮАР и начал оказывать помощь борьбе черных южноафриканцев за свои права. Что касается нашей страны, она еще с начала 60-х годов ввела все санкции, которые предусматривались Организацией Объединенных Наций. Во-первых, Советский Союз в прямом, кроме политического только поддержки, в ООН, подчеркиваю, в ООН, требования предоставления независимости Намибии, еще, конечно, мы поддерживали требования Африканского национального конгресса. ООН объявила, что государства мира никаких отношений с Южной Африкой дипломатических, и иных отношений, подчеркиваю, с ЮАР поддерживать не должны. Вот. Ну, а мы, к этому времени нам повезло, мы не имели отношений с ЮАР, они с нами порвали отношения где-то в конце 50-х годов. Создалось мощное международное движение, оно было в очень разных формах. Где-то частично африканские страны,
и особенно Советский Союз, и его тогдашние союзники, а поначалу и Китай тоже, оказывали разностороннюю помощь Африканскому национальному конгрессу и его союзникам. Это одна как бы волна. Вторая волна позднее к этой помощи, но сугубо гуманитарных, так сказать, направлениях присоединились скандинавы, некоторые другие страны, небольшие страны Европы, типа Голландии. На Западе, так сказать, в старом понимании, что ли, в Штатах, особенно в Англии, создались мощные общественные движения. Английское движение против апартеида могло организовать демонстрацию с сотнями тысяч участников. Многие лет его возглавлял Боб Хьюз, который сейчас лорд Хьюз, это известный деятель лейбористской партии, очень, так сказать, уважаемый человек. К этим присоединились многие церкви, Всемирный совет церквей, отдельные национальные церковные организации. Чем дальше, тем больше Южная Африка превращалась в крайне жестокий репрессивный режим. За 20 лет численность полиции увеличилась в 3 раза. По количеству казней ЮАР оказалась на первом месте в мире. В год здесь официально лишали жизни до 1000 человек. Естественно, в большинстве случаев черных. А сколько убивали неофициально, не знает никто. В стране было 250 тысяч заключенных, 500 особо опасных из них содержались здесь, в тюрьме на острове Робен. Зимой он был во власти холодных ветров Атлантики и промозглой сырости, летом здесь царило беспощадно жарящее солнце. Именно здесь провел 18 из 27 лет своего заключения Нельсон Мандела, самый известный узник не только Южной Африки, но и, пожалуй, всего мира. Его содержали в особо охраняемом блоке тюрьмы в изоляции от других заключенных. В такой вот камере размером 2 на 2 метра он провел почти 20 лет своей жизни. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Кстати, одна деталь, характеризующая режим апартеида. В приговоре Мандели с иезуитской издевкой записано: пожизненное заключение плюс 5 лет. Я считаю, что наша помощь была важна не просто объемом ее, она была важна тем, что она предоставлялась или в тех направлениях, или в то время, когда другие не могли или не хотели ее предоставить. Командиров мы готовили у нас в России, в основном в Советском Союзе. Это в основном вот у нас и вот на... В училищах высших, которые расположены на территории, в частности, Симферопольское училище, это на, он сейчас территория Украины, в Минском, танковый. А высшее руководство мы готовили здесь непосредственно. Подготовка военная велась в разных местах. Вначале началось это в Одессе, там училище одно было как бы приспособлено для их нужд. Учились в Ташкенте. Потом был создан в середине 60-х годов очень важный центр по подготовке не только НК, а других освободительных движений в Перевальном под Симферополем. В 1964-м я был направлен в Россию и провел там целый год. Второй раз я вновь побывал в России в 1969 году. В первый приезд я проходил курс подготовки в Одессе. А второй раз в местечке, я забыл его название, Перевальное. По-видимому, Перевальное в Крыму было выбрано в качестве тренировочной базы далеко не случайно. Советские военные инструкторы, наверное, полагали, что именно в таких горных условиях и предстояло действовать будущим партизанам. Здесь проходили боевую учебу бойцы не только из ЮАР, но и из Намибии, Анголы, Мозамбика и многих других стран, и не только африканских. Мы занимались военной подготовкой. Мы учились стрелять, изучали боевую тактику. Нам также показывали, как правильно использовать взрывчатые вещества. Нас обучали системам стрельбы, и благодаря этому мы узнали о перекрестном огне. Нас учили тому, как следует организовать огонь так, чтобы уничтожить всех врагов. Это было очень впечатляюще.
Нас учили всем видам стрельбы, но мне больше всего запомнился именно перекрестный огонь. Но, наверное, не только полученные военные знания производили впечатление на совсем молодых тогда бойцов, а сейчас уже ветеранов. Ведь они впервые оказались в совершенно другой стране, о которой прежде только слышали. Здесь не было оскорбительных для них вывесок, никто не бросал на них косые взгляды и не пытался указать им их место. Мы приехали в Одессу, и учеба там стала для нас подлинными университетами. Мы повстречались с людьми из самых разных стран, и это придало нам дополнительную энергию. Ведь мы увидели, что не мы одни боремся за свое освобождение, а буквально вся планета, потому что там собрались люди со всего мира. Приезжали ребята-африканцы, особенно из тауншипов, где жили, они все время оторваны, там же белые, черные не могли рядом жить. И они впервые у нас где-нибудь на каком-нибудь, как военно выражались, объекте, могли посмотреть, что белые женщины, оказывается, тоже работают, они что-то там варят, что-то жарят и так далее. То есть у них немножко менялось подход даже к этому, что эти люди нас учат, стараются помочь нам и так далее. Мне кажется, что вот этот вклад, может быть, был наиболее ценным. Советский Союз был очень дружественной страной, и большинство людей относились к нам, ко всем, с большой симпатией. А там были разные люди. Я встречал партизан из Анголы, из Мозамбика, из Намибии. Они все проходили там военную подготовку. Так что я бы сказал, что советские люди были очень доброжелательны в отношении нас. У всех этих людей, которые учились у нас, а это была их юность, и в юности всегда несколько идеализируется. Самые теплые воспоминания о нашей стране, самые теплые. Мне с умилением рассказывали про там лагерь в Крыму был, значит, где их там тренировали. До сих пор и помнят имя украинских старшин, которые их там гоняли. Но с такой теплотой все это вспоминается, знаете, как вот старослужащие там военную службу свою вспоминают все тех времен. Пока партизаны АНК проходили боевую выучку в СССР и других странах, серьезно готовилась к борьбе с ними и южноафриканская армия. Это была грозная сила, по праву считавшаяся едва ли не самой хорошо обученной и подготовленной во всей Африке. Она была отлично вооружена. Причем в основном оружием, произведенным собственно в ЮАР. У нее был богатый опыт антипартизанских действий не только против бойцов АНК, но и против борцов за освобождение соседней Намибии, которая была тогда оккупирована южноафриканскими войсками. Спецназ армии ЮАР устраивал засады на партизанских тропах, прочесывал леса и даже не раз совершал налеты на базы АНК в соседних африканских странах. И тем не менее, бойцы АНК, хорошо зная обо всех грозящих им опасностях, были полны решимости пойти в своей борьбе до конца. Тайными тропами они проникали на территорию Южной Африки. У них, знаете, было отлажено. Они в основном шли через Ботсвану, затем, как говорится, рассасывались там, через Зимбабве шли. Вылетали, допустим, в Англию, особенно там женщины работали мощно, они им помогали, перебрасывали вооружение. Тогда такого контроля особо не было, они в чемоданах везли. Перелетали в Свазиленд, из Свазиленда там же граница в ЮАР, или в Лесото, в частности. Мозамбик тоже. То есть, ну, в основном через Ботсвану вот у них такой грузовой поток шел первый. Мы, понимаете, мы не вникали в это. Это такой деликатный вопрос. Не дай бог что-то где-то случится, можно все повесить на нас, утечку. Наша задача была подготовить. Южноафриканцы пытались пройти через Зимбабве на свою территорию. И был, кстати, проект отец нынешнего советника-посланника в посольстве ЮАР Джусая Джели возглавлял группу, которая пыталась пройти через Мозамбик, но они попали там в засаду португальскую, живо остались, но это, конечно, была почти фантастика через Мозамбик пройти в ЮАР, но поскольку нужно было, как вот стучали и достучались, в конце концов, начали потом и проходить, хотя казалось, это фантастика. Прямые вооруженные акции были лишь частью военной стратегии АНК. Параллельно с партизанами активисты организации учились тогда в СССР навыкам нелегальной подпольной работы.
может быть, более, так сказать, специфическое, что ли, более глубокое, именно сориентировка на подполье, шла в Москве, в Подмосковье. Иногда они шутят, я помню, в одной компании были, говорят, we are the boys from Сходня. То есть мы, ребята, Сходни. Наверное, этот с виду ничем не приметный подмосковный городок навсегда войдет в историю национально-освободительных движений многих стран. Ведь здесь проходили всестороннюю подготовку многие из тех, кто сегодня занимает видное положение в руководстве различных государств. И в этой группе один, правда, уже умер, один бригадный генерал, сам он главнокомандующий Южноафриканскими национальными силами обороны, один человек, министр безопасности, ну, у них это полиция, это не государственная безопасность, это его жена, которая министр внутренних дел. Вот такая компания здесь у нас, так сказать, на какой-то, ну, то, что называлось спецквартире, находилась у наших военных и училась подпольному делу. Если, допустим, возникали очень сложные у них какие-то операции, они приезжали к нам, просили наших специалистов, главного военного советника, там, высокого класса, профессора, доцента и прочее. Они все рассчитывали, показывали, и после этого они уже сами там... То есть сотрудничество было с нашей миссией хорошее. Специально лагерь был создан под Кашита. Кашита – это где-то 60-70 километров от Луанды. И вот этот лагерь был специально для подготовки и кратковременной, и специальной подготовки тех людей, которых тоже нельзя было показывать в общей массе. Вот у нас в Луанде были ребята, вот, там конспиративная квартира, которую вот, готовили непосредственно. Я занимался этим. А мои товарищи по другим уже специальным направлениям, с переводчиком, готовили в Кашите. Они проводили, я бы сказал, так сказать, точечные операции. У нас в свое время критиковали этот термин, но, наверное, он имеет право на существование — вооруженная пропаганда. Понимаете? То есть, когда люди вдруг видели, что за десятки километров было видно, что горит завод по переработке угля в горючий, остальные склады, когда были взорваны вот эти предприятия, такое. Это был мощный показ, еще раз демонстрация того, что может быть как бы. Там были сотни операций каждый год, но это не значит, что были какие-то освобожденные районы или что-то. Однако Москва не только готовила кадры партизан и нелегалов для АНК, но и стремилась обзавестись собственными источниками информации в ЮАР. И не без успеха. В 1983 году тогдашний премьер Южной Африки Питер Бота сделал сенсационное заявление. Арестован коммодор главной военно-морской базы ЮАР в Саймонстауне Дитер Герхард. Выяснилось, что более 20 лет он работал на советскую разведку. Южноафриканские газеты писали тогда: информация, которую Герхард передал Москве, явилась одним из самых чувствительных ударов по Западу со времени начала Холодной войны. Был выдан ряд самых важных военных и стратегических секретов ЮАР, Англии и НАТО. А главное, Герхард был вхож в засекреченный пункт электронного прослушивания в Сильвермайне. Его специалисты утверждали, что могут услышать, как чихнет советский матрос на корабле во Владивостоке. А благодаря Герхарду Москва безо всяких технических ухищрений прекрасно знала обо всем, что творилось на этом сверхзакрытом объекте. Но тогда, в середине 70-х годов, до разоблачения Герхарда было еще далеко, а в ЮАР разразился острый внутренний кризис. 16 июня 1976 года весь мир облетело слово «Суэто». Это название пригорода Йоханнесбурга. Здесь южноафриканская полиция расстреляла мирную демонстрацию школьников. По самым скромным подсчетам, в этот день погибло около 100 человек, более 1000 было ранено. Когда Ангола получила независимость в 1975 году, совершенно изменилась вся картина нашей борьбы.
Но я также должен сказать, что это изменение совпало с очень важным событием в истории нашего противостояния южноафриканскому режиму. Я имею в виду восстание 1976 года в Суэто. Суэто находится примерно в 30 минутах езды от Йоханнесбурга. По сути, это город, в котором проживает около миллиона человек. Непосредственным поводом к демонстрации учащихся, которая была зверски расстреляна, послужил указ Департамента образования о введении в школах преподавания части предметов не на общеупотребительном английском, а на африканс, языке, на котором говорило лишь меньшинство населения. Была демонстрация школьников, которые возражали против этого, считая африканский язык, так сказать, угнетением. Там были, конечно, и другие проблемы социальные. Очень мало было мест, скажем, для них на будущее, в институт или в какие-то колледжи. И она была, эта демонстрация, жесточайшим образом расстреляна. Похороны жертв расстрела вылились в новую демонстрацию протеста. И вновь произошли столкновения с полицией. До конца 1976 года в Суэто не утихали волнения, которые власти подавляли с неизменной жестокостью. За полгода в этом пригороде было убито еще более 600 человек, тысячи ранены, десятки тысяч арестованы. После этого восстания сотни, в буквальном смысле сотни молодых людей вступили в ряды Африканского национального конгресса. Волнения продолжались несколько месяцев. С одной стороны, они как бы дали моральный импульс борьбе внутри страны. С другой стороны, после этого сотни, а потом и тысячи людей, молодежи, выехала за границу, стараясь вступить в ряды МК, стараясь научиться как стрелять и вернуться, но продолжать борьбу уже в более широком масштабе. В ответ на кровавую бойню в Суэто волнения охватили всю страну. Восстали пригороды Кейптауна, Претории, Дурбана. Начался новый этап борьбы на южноафриканской земле. Борьбы за права и достоинство человека. Понимая, что армия является одной из главных опор режима, южноафриканские власти денег на нее не жалели. Военные расходы пухли, как на дрожжах. За 20 лет, начиная с 1961 года, они увеличились в 38 раз. Одновременно росла и численность армии. Если в 1960 году под ружьем в ЮАР находилось 78 тысяч человек, то к 81-му уже более полумиллиона. У них уже было ядерное оружие, это ни для кого не секрет. Две бомбы они. И армия была великолепная. Для партизанского движения там, в отличие от остальной Африки, не было природно-климатических условий, не было джунглей, нету, негде прятаться, собственно, партизанам. Поэтому они бы довольно долго могли продержаться. Это кадры военной хроники ЮАР. Страны НАТО послали танки и самолеты для карательных операций. Международные монополии ассигнуют сотни миллионов долларов на разрушение, убийство, террор против многомиллионного населения Африки, против граждан независимых африканских государств. У южноафриканской армии были веские причины держать порох постоянно сухим. Когда обрели независимость пограничные с ЮАР Ангола, Мозамбик и Зимбабве, угроза существованию режима апартеида многократно возросла. И тогда армия Южной Африки стала готовиться к прыжку за пределы страны.
Сегодня в Суэто ничто не напоминает о драматических событиях в этом пригороде в середине 70-х годов прошлого уже века. Сегодня все здесь дышит миром и спокойствием. Ухоженные дома и чистые улицы, расслабленные прохожие, улыбающиеся лица, смеющиеся дети. Сегодня жители Суэто, как и вся страна, думают о лучшем будущем для себя и для своих детей. Это будущее они и строят совместно с белыми. Но чтобы все это стало реальностью, черным жителям Южной Африки тогда, в середине 70-х, нужно было ждать и бороться еще долгих полтора десятка лет.